Как вы налево? Зато он как быстро ездит, эта хрень. Ага, потому что она самая маленькая и кажется, что она быстро едет. У нас дикобразов сразу начали. Ой, они не стреляют же нифига, радиаторов нет. Не. И не стрейфит, это странно. И не стрейфит, кстати, да. По-моему, боты больше, чем мы, такое ощущение возникает. Ой, копейщики вернулись. Компаньор! Больно, больно, больно. Что тут происходит? На комбайн одели. Это просто куча мала, ребята, называется, по-моему. Как будешь их дамажить через пару уровней? Мы и так еле-еле их добиваем. Реально дамага ноль. Сейчас мы скилл наработаем. Скилл игры на шершне? Вечеринка с привязанной. Ой, у меня кончилось колесико одно. Представляете, мне колесо смогли отбить. Ничего себе! Ого. Как я буду жить без колеса? Ой-ой-ой, покататься решили? Деловая колбаса. Ой, черт возьми, я покатался верхом на Наташке. Это вообще... было великолепно. Это было просто божественно, Наташка. Бессовестный. Фу. Надо покурить. Да, блин, куда я попал? На полном ходу, не спрыгнул. После такого надо точно покурить. Ой, колесо отвалилось. Пятый уровень, скорее бьем босса. Трехколесная техника. Челлендж, челлендж. Делаем.
Это... Макс, привет. Ой, меркает. Не, на ромбру у меня 53 хп поставил. Ну, нам на дамаж теряем. Практике, да, и что мы видим? Что наш дамаг не суммируется. Мы прошли 10 уровней на машине новичка. На машине более чем новичка. Да. На машине ласта, да. Миша с искрой пытается кого-то тут поймать, отсюда карбонит. Повесился, чувак. Повторник, блядь. Сейчас он это убьет. А выходит, он время убьет. Так, ну он смог. Где едет-то? Я не помню, вышел. Вот это едет называется? Он в горку не заедет, мне кажется. Вавилов. Показался Вавилов. А, он пустой, он забыл. Он едет, у меня дома. Нет, он захватывает. Да стойте, захват. Он едет. А если он тебя... Осторожно. Аполлоном убьет. Он вообще прожался. Не должен. Прожался? Да. А, ну ладно. Все, повторяй. Все заново. Пока они не взорвутся. Че еще колесо? Жадный какой. Колесо, блин. Захватчик. Хорош. Все, до них дошло. Нет, это была куча мала. Тихо ты, вышка-то 2%. Врезаешься тут. О, пилы, сейчас они сделают свои. Да, прям в лицо можно их принимать, все, ничего не делают. Они не хотят в лицо, уже наближают. Ой-ой-ой. Они просто сбивают нас тараном. О, Гронч отступает, еее! Короче,